Привет, Наташ. Здрасте. Привет, Максим. Здрасте. Мы приехали к Наташе с Максимом. Они жили в общежитии, и мы репортаж у них видели. Хорошие люди. И вот сегодня благодаря Валерии, благодаря Юлии М. Из России, мы купили им еще продукты, мы передаем, также передаем денежку. Спасибо большое. Чтобы она могла там расплатиться с долгом, у нее там долг небольшой есть. Спасибо люди, которые смотрят мои репортажи, и люди, которые попали в беду, которые требуют помощи, всегда помогаете и откликаетесь. Низкий вам поклон за это, и храни вас Господь. Спасибо вам огромное. Здоровья, счастья, чтобы всегда были такие люди, и людям помогали, и сиротам, и которые нуждаются, и в беде, которые... Спасибо вам огромное. Пускай вас Бог хранит.